Всем привет, друзья! И сейчас я буду вам показывать офигенный карточный фокус. Как только это видео набирает 10 лайков, я сразу выпускаю обучение. У нас здесь есть 4 мистические карты. Никто пока не знает, что это за карта. И зритель может взять абсолютно любую карту и запомнить ее. Выбор, конечно, не очень крутой. Ну ладно, восьмерка Буби, так восьмерка Буби сойдет. Давайте уберем ее куда-нибудь в серединку. И вернемся к мистическим картам. Мистические карты — это 4 короля. Они будут искать вашу карту. Они, на самом деле, правда, немножко тупые, потому что они сделаны из картона. Ну, ничего страшного. Они пытаются. 2, 3 и 4 короля. 1, 2, 3 и 4. Я знаю, что черные короли могут найти вашу карту быстрым способом. А красные короли... медленным. Смотрите, как выглядит медленный способ. Примерно вот так. Первый король исчезает. Убираем. И они должны быть где-то в серединке. И между ними, конечно же, одна карта. Мне кажется, это ваша карта. Давайте посмотрим. Оп. Что такое произошло? Здесь 4 короля. Видимо, здесь лежит ваша выбранная карта.